ГПУ готовит новое подозрение по делу Аркадия Бабченко. Об этом сегодня сообщил генпрокурор. Подробности пока не разглашаются, но уже известно, что появилась новая информация о самом заказчике. Напомню, 29 мая была проведена спецоперация, и спецслужбы инсценировали убийство журналиста, поскольку узнали, что на него готовится покушение. Предполагаемый организатор Борис Герман задержан. Мы действительно, завдяки застосуванию специального режиму слідства, а власне імітування убивства журналіста, отримали більше інформації про замовника. Найближчим часом ми очікуємо, ми готуємо нову підозру в цій справі. Коли вона буде здійснена юридично, тоді ви про неї дізнаєтесь.